Всем привет, с вами Юля, Тони и рубрика «Английский с пелёнок». Тони, say hi! Специалисты по раннему развитию говорят, что начиная с 6-7 месяцев ребенок показывает, где у мамы глазки, ротик, ушки. Мы начали заниматься с 4-5 месяцев, и сейчас нам 1 год и 1 месяц, и вот только начали показывать, где у мамы носик, ротик и то, если есть настроение. Сегодня мы покажем, как мы изучаем части тела с помощью наших любимых потешек, стишков, песен и игр. The moon is round, as round can be. Two little eyes, a mouth, a nose, just like me. И затем то же самое показываем только уже на ребеночке. The moon is round, a nose, a mouth, и так далее. Так, у меня помада хоть там целая, не размазалась, ничего непонятно. Также на Super Simple Songs есть прекрасная песенка One Little Finger. Ее содержание легко менять. Например, вместо оригинальных слов мы подставляем только части лица, которые мы сейчас изучаем. One little finger, one little finger, one little finger. Tap, tap, tap. Point your finger up, point your finger down. Put it on your nose. No. One little finger, one little finger, one little finger, tap, tap, tap. Также интересно показывать части тела на кукле. Dolly. Dolly's nose. И на ребенке. Tony's nose. Dolly's nose. Tony's nose. Dolly's eyes. Tony's eyes. Dolly's mouth. Tony's mouth. Ears. Ears. О, хоть кому-то можно в глаза потыкать. Какое удовольствие. Yeah, Danny likes that. Eyes, eyes, eyes. Глазки легко изучать с помощью вот такой серии. Она не на английском языке, но это не важно абсолютно. Kitty, it's a kitty. Eyes, eyes, eyes. Let's see who is there. Piggy, eyes, eyes. Ученик немножечко устал уже, пусть он играется, а я дальше продолжу сама. Кстати, начинать обучение лучше всего с частей лица, потому что они, ну, не знаю, видны лучше, и они интереснее и привлекают ребенка больше. Вот когда название частей лица уже более-менее изучено, то можно перейти к изучению действий, которые мы выполняем глазами, носом, ушами и так далее. И в пособии Super Songs, Songs for Very Young Learners от Oxford University Press, есть такая песенка-стишок, сейчас я вам покажу. Two little eyes to look around, two little ears to hear each sound, one little nose to smell what's sweet, one little mouth which likes to eat. Ням-ням-ням. Все, ученик уже утомился уже. Затем, начиная примерно с 2 лет, переходим к изучению частей тела. Проще всего это сделать с помощью песен. Методика та же. Вначале вы показываете на себе, затем на ребенке, на кукле или мягкой игрушке, и только потом уже на картинке. На канале Super Simple Songs есть такие замечательные песенки, как Hockey Pocky, Looby Loo, Head, Shoulders, Knees and Toes и так далее. Сейчас мне очень нравится такая песенка, я посмотрела ее на Gibberish. Tony, come to mommy. Tony, come. Mommy will take you herself. Everybody knows I love my toes. Everybody knows I love my toes. I love my shoulders, my knees, my elbows and my nose. But everybody knows I love my toes. Потешки и песни, о которых мы сегодня с вами рассказали, можно использовать для изучения частей тела с детьми любого возраста. Даже если вы работаете в младшей школе, вы можете использовать песенки в качестве физкульт-минутки, а стишки, например, для разминки. На сегодня все. Спасибо за ваши лайки и комментарии. Будем ждать их с нетерпением. И не забудьте подписаться на наш канал SkyTeach и поставить колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых видео. Также не забудьте заглянуть в сообщество нашего канала по ссылочке сверху. Оставайтесь с нами, впереди много всего интересного. Успехов вам в обучении малышей. See you later, alligator. Bye-bye-bye, butterfly. Пока-пока. Tony, you're making too much noise. Ну еще скажи, батарейки сели.
Ляля, ты предатель какой-то.